любопытная Ева. Всем привет, с вами Любопытная Ева и Казахстанская медиа-академия. Сегодня нашим гостям я буду задавать вопрос, боятся ли они ходить к врачам, повзрослели ли они. Интересно? Поехали! Замечаете ли вы знаки судьбы? Нет, каких-то знаков не замечаю. Знаете, кто такой Моргенштерн? К сожалению, да. Хотите познать дзен? Думаю, да, когда-нибудь на пенсии. Под чем растут подсолнухи? Под подоконником моей бабушки. На что у вас не хватает нервов? На университет. В чем мудрость стариков? В долголетии, не знаю. Ходить к врачам страшно? Дорого. Блин, да. Что важно, уметь говорить или же думать? Думать то, что говоришь. На что похоже авокадо? На зеленую пюрешку, которая мне не понравилась. Вы против пластика? Пластика в воде, да. Что вы будете делать, если начнется зомби-апокалипсис? Я умру еще в прологе рассказа. На данный момент в Алмате ходят трамваи? Я только приехала неделю назад, я не знаю. Ну, ничего, не ходят. В общем, знаете все. Замечаете знаки судьбы? Да, бывает иногда. Знаете, кто такой Моргенштерн? Да. Хотите познать дзен? Дзен? Что это? Значит, не хотите. Под чем растут подсолнухи? Под чем? Под солнцем? На что у вас не хватает нервов? На тупых людей. В чем мудрость стариков? Что они познали жизнь. Ходить к врачам страшно? Да, очень. Особенно без мамы, да? Что важно уметь говорить или же думать? Думать. На что похоже авокадо? На яйцо. Вы против пластика? Нет. Что вы будете делать, если начнется зомби-апокалипсис? Я первая умру. На данный момент в Алмате ходят трамваи? Нет. Замечаете знаки судьбы? Ну да, если можно так назвать. Знаете, кто такой Моргенштерн? Исполнитель на данный момент, известный. Хотите познать дзен? Я в нем. Неплохо. Под чем растут подсолнухи? Под солнцем. На что у вас не хватает нервов? На длительный труд. То есть чем-то одним заниматься длительное время. Получается, вы неусидчивый? Можно так сказать. В чем мудрость стариков? В опыте. Ходить к врачам страшно? Нет. Почему? Я сам врач. Как круто. Что важно, уметь говорить или же думать? Слушать. На что похоже авокадо? На фрукт, я не знаю, не помню. Вы против пластика? Нет, не против. Что вы будете делать, если начнется зомби-апокалипсис? Закупаться, провизии, ну, то есть там продукты, медикаменты, искать место какое-то. На все отвечали, что они умрут. Круто. Слабые. На данный момент в Алмате ходят трамваи? Я не знаю, я только 2 дня назад приехал сюда. Я не отсюда. Ну что ж, сегодня были достаточно интересные ответы по поводу врачей. Кто-то сам врач, кто-то ходит до сих пор с мамой. Но самое главное, не паниковать и оставаться здоровым. Ну а с вами была Любопытная Ева и Казахстанская медиа-академия. Всем пока, всем любви и удачи. Любопытная Ева.